Ну, до упора я еще никак не буду ждать. Я, наверное, отсюда буду увольняться тогда. Буду искать себе другую работу. Хоть ее еще сейчас найти будет очень тяжело, потому что у меня уже возраст. 46 лет, я уже никому не нужен. Мы во всем себе отказываем. Во всем. Потому что если я была... Ну, я считаю себя неплохой хозяйкой. Я и пироги пеку, и могу гостей встретить. Сейчас мы этого не можем себе позволить. Потому что нам не на что все это сделать. Потому что испечь пирог, и то это очень дорого. Очень дорого.